Всем привет, ребятки! Сегодня с вами, как всегда, Серый. И сегодня мы будем уже И сегодня мы уже будем играть в Майнкрафте. Я не знаю, что я выбрала Сид. Итак, вот такой. Если что, Сид 633. Да, тут вот таким вот говном все покрыто. Чуваки, если знаете, пишите в комментариях, что это за говно. Так, чуть-чуть подлагивает. Давайте сломаем. Типа трава, но с каким-то другим, типа модом, ёбаный. Ну что за говно, реально? Пробуйте, люди, 633. Ну, конечно, мы как всегда ебаем. Если что, мерчитер скин. Нет, ну я не понимаю, а как из этого говна выбраться? У нас что, у нас что здесь? Дождь радиоактивный прошел, ему. Подождите. Как включить Game Mode 1? Блин, я же рукожоп. Да, друзья. Что за говно я ввожу? Game Mode 3. Ну что, на NPC не работает это говно? Я ж вроде бы читы включил, люди. А, блин. Может быть, я выберусь, пока ставлю блоки под себя. А, Майнкрафт. А почему это все нормально? Блин, что здесь? Я просто не знаю как. Люди, отсюда вы не выбраться. Но мы на этом наш видос не будем заканчивать. Мы по-быренькому выходим. Если у меня NPC-ха. Ну, я ее так в свое время. Вот она и есть. И смотрите. Сейчас мы будем играть, ебой. Видос должен быть ровно 15 минут. Ок. Смотрите, 4D пульчик у нас есть. Короче. Тут можно картоху загрузить какую-нибудь в жопу. Не знаю, что-то не хочу карту никакую проходить, тогда смотрите. Давайте попытаемся зайти на сервер Йома. Где люди играют в NPC. Лавы, что-то там говно. Давайте вот на него зайдем в сервер. Да, я знаю. Бам, мультимайнкрафт, да что за говно? Вот не люблю я его. Подождите, ну мы выходим. Я не хочу. Короче, видите, что мы делаем? Мы идем домой и нажимаем играть. Начать игру. Не, я не хочу, чтобы меня на моем этом забанили. Ну, смотрите, люди, если меня забанят, то
Подписывайтесь на мой ВК, я могу оставить, наверное, вам свой ВК. Блин, не знаю, могу я оставить. Ладно, окей, я вам оставлю ВК свое. Давай, грузись, что говно. Так, подождите. Вот на тебя тут еще тоже не хватало. Давайте играть. Я не знаю, что. Ну давайте посмотрим. Как бы у меня вроде бы установлен мод. Да, наверное. Так, ну что у нас за говно? Вот тут. Автопрыжок включенный. Ну да, классно. Вон там фильм. Отлично. Смотрите, и сегодня мы, наверное, устроим челлендж. Что это у нас такое? Так, ладно, я тут тупо уже молчу, наверное, лет 20. Интересно, это долгая книга. В интро что это за хрень-то? Пустая карта с локатором. Оба-на, тут так работает. Жаль, не работает. Смотрите, короче, что нам надо, то ё. Ты пошел ты в жопу. Да где этот долбанный щит? Чё, меча нету, ё-моё? Ну, блин. Ой, какого меча в жопу, считай.
Не знаю, если я пропустил, напишите мне в комментах, пожалуйста. Смотрите, теперь мы делаем так вот. Что это такое у нас? Выживание. Так, это должен быть нашим лайки-блоком, вроде бы. Значит, не очень понимаю, что это лайки-блок, блин. Да, у меня такой голос, потому что я заболел. Окей. Как я понял, нам нужно что-то. Вот это нам точно нужно, люди. Нет, это что-то дорого стоит. Да ну вас в жопу, это надо покупать нам. В какую жопу я зашел-то, ё-моё. Классно. Что это такое карта с локатором? Ой. Ну ладно, это просто у нас так. Так, ладно, давайте быстро. Так, мне нужна кирка. Все, кирка есть. Давайте испробуем теперь. Выживание. Чего, ничего не появилось? Ну-ка, давайте еще попробуем.
Ладно, смотрите, наверное, на этом уже серию заканчиваем.